Сейчас. Ну-ка, связь. Друзья, присоединиться к сети. О, уже написано играет. Теперь вроде как могу. Вот, все, я сейчас присоединюсь. Меня И интересует Макс тоже сейчас это, может. как она называется, почему, зачем вот это все сделали? Ну, типа, знаешь, раньше нагрузка очень большая шла, ну, тут же хосты раньше были, ну, получается, в Дадзё. Сейчас хостов убрали, короче, и чтобы нагрузки не было там всякой, То есть, сделали специально просто а отдельную эту тогда комнату. получается, кто хостует, они? Не знаю, ну, короче, типа, как в реле получается. Получается, что они хостуют. А вот в этой комнате свой хост чисто. Сейчас тут ты хост, короче. Вот Данил сейчас будет Никогда не тебе смущало, присоединиться. оставили бы, господи. Было такое, что да, там лагало, то есть заходишь в доце, я помню, что я к некоторым чувакам подключался, Данил, и ты что-то можешь там. присоединиться? Так, нет? Через Escape, друзья, там присоединиться к сессии, короче. Ладно, садись, Макс, короче. Что у тебя там за блишка? У меня меч, короче, и Экскалибур. О, Лазмор. Джатки, так. Хэт тут оделся, слышишь? Оделся прям как Терминатор. Все, бей меня, короче. Вот так вот. Интересно, теперь в том, сможешь ли ты меня снова убить, короче. Сразу Из по этого, из КД. плазмора? То есть не проходит, что ли, дамаг? Нет, Если проходит ты... дамаг. Не, ну вот подожди Я тебя на... просто резко обошел тебя. На меч нажми. В смысле, блок, короче, который. Ну да. Ну, садись туда. Не, дамаг проходит, я просто тебя обошел с подката, короче. В смысле? Не, ну Люди. я в тебя ж попал. Нет. Ну, первый Не, раз попал, смотри. второй раз Ты вот нет. меч нажимаешь. Ну. Ну, вот так вот. Господи. Ну вот, не проходит же дамаг. Но это сейчас не проходит. Но... Сейчас прошел, видишь? Это там по таймеру, смотри, там сбоку время есть такая штука. Так, стоп. Видишь время? Это типа А, время, вот, короче, все вижу. приготовиться. То есть вот до того, как время не это не идет, я по тебе не могу этот. Типа, короче, когда время, типа, я в него. Сейчас у него, смотри, радиусная гуань дал, стопудово радиусная гуань дал, короче. У меня меч, короче, вот Слушай, смотри, у него а копье, у этих меня энергии меч, нету сейчас, ну. да, тут сфер? Раньше были по бокам сферы энергии. Ну, вот они есть, как бы. То есть я их просто не вижу. А что это за фиговина? Вот ты вот когда прыгал, из стен какие-то белые херовины. А, ну это прыжок такой, типа, ледяной. Он усиливает элементы паркура, короче, и дезориентирует противника льдом. А по ним прыгать можно вот, по вот этим белым херовинам? Или они просто По ним падают и лучше стоят? наоборот не прыгать, короче, иначе тебя заморозит, и я тебя сразу шот. Ну стой, давай. Мне интересно просто. Да, я посмотрю. О, по мне дамажит, да, вижу. Это мод какой-то, да, идет? Вот такой вот. Так, а мне интересно, а через щит сколько ты мне надамажишь? Где тут этот? Я тебя могу шотнуть просто. Прыгай. Это что такое было? Он, подожди, ты в опере был или кто-то другой? А, Вон вон с там, опера Данил. тебя. Он мне в операторе мстит, понял, О, слушай, короче. тут что, с операторами еще можно херней страдать? Да. Прикольно. А это тоже наводится, да, получается? О, ты меня как будто не убиваешь, да? То есть, если ты Ну, в правильно. опера... если я в операторе бегаю, то не считается мод. Да. А сразу не прыгай, баг. Меня, знаешь, что Все, у нас интересовало? баг. Вот помехи переноса, они на что влияют вообще? У меня как-то лень все время на вики зайти.
В курсе, что мы сейчас ничего не можем использовать, где-то баф такой, короче. Ну я знаю решение, смотри внимательно. На самом деле он мог не стрелять, конечно, а мог тебя сразу завалить прямо на месте, короче. Интересно, а почему это он по тебе стреляет? То есть он же вроде и через меня прошел. Ну, тут, короче, до хрена всяких вот этих. Ну, они. Это, короче, вообще я не знаю, зачем они сделали тут операторов. Тут, короче, в основном так знаешь, а когда я не могу, по кубу кстати, дуэлишь. Стрельнуть через вот эту штуку. А, вот, прошла. Ну это да. Блин, ну это, конечно, они придумали. Не, все равно Экс так не паркурит, конечно, как Микса. Прикольная штука. Мне нравится это же понять. Ну ты ж меня тоже там убил, в принципе. Она у меня, это же наводящаяся, она как-то рандомно. Я сейвил прям. Интересно, а вот этой большой, которая... Ой, я застрял. Сам себя шутил. Я могу спокойно и тебя дезориентировать, и его, короче. Не успел, он там сзади меня завалил. Да это вроде я тебя хренью шмальнул, или нет? Не знаю, я видел, короче, выстрелы сзади просто. Да, и оттуда он меня тоже дамажит этой хренью. Интересно, я так бить тут не могу, оператор тут. Ну, блин, а почему фрейм тут не бьет, а оператор бьет чудо? Ну тоже просто даже опер не помогает, походу. Кому-то надо пойти и прилечь отдохнуть. Так а что ты говорил, помехи переносу делают, или ты не говорил ничего? Не-не-не. Все-таки гуглить придется. Гнил, ну это уже не серьезно, даже с оператором помирать. Это уже вообще не серьезно. Интересно, если вы начнете, а я буду здесь, меня выкинет? Да, выкидывай. Да, тебя выкидывай. Даже не знаешь, как я обрадовался, когда мне дуэльку предложили. То чувство, когда ты топ-дуэлянт, а тебе предлагают дуэль. Ну, тебе это, нужно в Альянс чатик почитать. Тут раньше чувак прям вообще всех в дуэль звал. У него там что-то какая-то фишка. Не знаю. Какая-то пушка, что ли, или что-то такая читерная. Это Данил, короче. Вот с которым мы сейчас катаем. Я не думаю, что у него пушка читерная, короче. Это он звал? Да, вроде. Он пишет, что типа это я был. А. Ну я не знаю, там зомби что ли что-то писал. Ну, судя по всему, не читер, наверное. Зомби, говорит, бомбил. Вот так. Как тебе вообще мой экс выглядит? У тебя праймовский, что ли, или какой? Нет, обычный, просто так раскраш. Сильно. Что-то не могу это посмотреть, куда это. Сейчас, подожди, я просто валялся. Я просто пешком, короче, твоего оператора снес. Чуть-чуть не успел, короче. Пока тобой там занимался, мне, короче, кот стреляет, оказывается. Тихую. Подожди, не стреляй, пока ни в него, ни в меня. Ты чувство, когда у тебя фактически нет шансов, короче. Мне, кстати, X в этом нравится, как он называется. Скине. Который прототипа? Да.
Знаешь, что хочу? Я хочу, чтобы это посмотреть по коже, сколько ты мне дамажишь. Так, надо энергию взять. Ну, в принципе, можем. Бля, у него тут оператор дохненький валяется. Надо все-таки как-то загнуть и посмотреть, что за помехи переноса, блин. Ну, садись, посмотрим, сколько я тебе похоже буду намазывать. Ну, похоже, не думаю, что шотно, короче. Ну, думаю, подката 2-3 понадобится на Майре. Ну, бывает, да не убывает. Что ты там? Кожу сейвишь себе? Так энергии. Да не стреляй, не стреляй, да не упускай. Подбирай всю энергию, короче. А я юзать почему-то не могу. А. Да еще собери его. А ну-ка, стой, стой, подожди, да я ударю. Ну, 50% где-то. А почему она у меня отнимается, я что-то не пойму. Стоп. Вот она сама отнимается почему-то. В смысле сама отнимается? Ну, вот, стоп. Я сейчас возьму. Ну ты сейчас пока сядь. Мы еще не начали даже дуэльку. Вот. Он да не успевает вообще его. Так, короче, или это он там по мне шмаляет? Давай я быстро, короче. Да, Данил, не надо. Я сейчас быстро зарешаю, чтобы второй раунд был, короче. Собираем ману, вон там еще спереди, вон, да-да-да. Да мне одной хватит. А. Вот смотри. Вот она отнимается сама. Вот ты меня не бьешь, у меня отнимается. Каждый раз по 4% сносится. То есть, ну значит, типа, что-то какой-то фикс. Тайминг, да, и энергию я не могу больше подобрать почему-то. Вот энергия у меня висит здесь. Я ее подобрать не могу. Тебя что, не сбивает, что ли, шкуры? Меня всем сбивает, но... Просто я здесь уже не первый год сижу. Я с 2014 года дуэлю. Ну тут уже оператор чей-то зарешал вроде как. Она меня не цепляет тебя, да? Она у тебя тут... Фу, она у меня фрейма тупо цепляет. Ну, сейчас я в опере побегаю. Поэтому так мало хп у моего опера, что прям просто жесть. Жалко, не наводится. Ты чувствовал, когда у тебя фулл фокус, короче? Смотри, ты сейчас помрешь, короче. Я по фрейму не дамажу, почему? Не понял, не понял. Смотри, я сейчас просто прыжком убью. Смотри, стой. Стой, 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 стой. Смотри. Он ему даже не приносит. Не-не, стой. А, тут походу одна твоя, одна моя эта энергия. Ну типа да, но и подбирать и мою ты можешь. Нет, нифига. Видишь, я тебя... Прыжком, короче, вот этот огненный прыжок, и тебя да, инфа. Я знаю, у меня этот мудурай тоже прокачан. Только он с красной энергией поинтереснее смотрится. Не знаю, ну не с белой норм. У меня просто вот X вот так, короче, покрашен. И оператор чуть похож. А патроны где здесь цепляются? Или тут нет патронов? Не сбивает или что? Или сбивает?
Меня сбивает якобы, но... Ну-ка, стой. Чё меня выкинул? Так, сам он впервые тебя сел просто. Кто-то в меня выстрелил, наверное, с опера, да? Даже это не мешает мне атаковать, да нет. По идее, этот, как он называется, молот, должен опрокидывать себя. То есть, когда я бью. Если у тебя, конечно, нет другого молота, да, какого-нибудь? Не, ну туда не, конечно, радиус он застал нормально. Так. Не знаю, вообще пожрать хочу, сходить уже. Типа, чесноку-так. Данил уже, наверное, понял, что оружие у него не очень, да, Данил? Надо еще качать ближку. Еще мощнее, еще сильнее. Подожди, вот стой, не бегай. Ты видишь, он тебя не сбрасывает почему-то. Нет, вот сейчас бей, потому что таймер был. А когда ты бегал в подкате, почему он тебя нет? Вот стой. Ну вот сейчас давай в подкате побегаю. Вот давай с подката. Какой же юзанул. Не сбивает же? Я, получается, его пропрыгиваю, короче. Вот когда ты прыгаешь, вроде что-то идет, да, но... Ну, а почему? Вот сейчас у меня была подкарта и все. Вот смотри. Он, по идее, должен далеко доставать. Почему так? Не знаю. Ну тут много чего тут, и радиус режется. Одно, еще одна фишка, видишь, патроны тоже заканчиваются, и где их брать, тут да. Нет такого. Ну тут в основном все почти на милишках бегают. Вот, видишь, что этот ледяной прыжок делает? То есть я тебя чисто могу дезориентировать, ты будешь замедленный и все. Получается, сбил, что ли? Да я видел, ты делал уже эту штуку. Я даже некоторых, короче, дуэлянтов так чисто угорал и не убивал их этим прыжком, короче, честно. Ты хавать собрался, да? Да, пойду перекушу, думаю, короче. Не знаю, сколько надо ты... еще приготовить, похавать. Сколько ну, я, короче, ты... думаю... Как раз уже 7 часов потом будет. Можно будет сходить на этот, на вылазку. Надо, и кстати, на кубасик эти... можно будет сходить. Надо, кстати, эти пооткрывать, как они называются. Мод разлома. Это, блин, валяется, дофига в этом никак не откроем. Ну подожди, что-то много надо слишком на тебя тратить прыжков, чтобы убить. Но у меня Рин в броне идет, он не в силу в этом билде. Угу. Здорово, мразь, чё ты? Вернулся так поздно-то. Я тебя ждал. В смысле поздно? Еще рано, 56 минут до ночи, как узнали. Я сейчас ухожу жрать себе готовить, понял? Да пошел, у тебя 56 минут, слышишь? А как слышишь, мне все равно. Выйти, то, получается, придется тупо выходить, да, а потом уже... Нет, давай ты лучше сядешь, потому что я тогда только через Эльдов 4 выйду. Потому что я перепрыгнул, короче, эту хрень вот, и не могу встать. Аутист. Слышь, Дэн, у тебя 50 минут будет, чтобы пожрать приготовить. Слышишь, что, блин, мне еще пожрать приготовить, еще надо поесть, короче. Бля, через часик поешь, братан, нормально. Слышь, я тебе там в ВК не писал, бля, целый день, когда там ночь будет, и что мы с тобой пошли. Твое личное время сна не отбирал, так что давай не будем. Я, блядь, проснулся уже давно, я просто занят сегодня. Я сегодня с 8 часов на первый день. Занят быть. Чё? Я говорю, ты не думал, что я тоже могу занят быть? Ну, пожрать, приготовить, это считай, не занят, ебать. Вот так вот, значит. Давай, не надо, ебать. Смотря у кого что, бля, подразумевается пожрать, приготовить. У кого-то яичница,
У кого-то яичница, биг ланч, короче, у кого-то нормально пожарить мясо себе, приготовить суп и так далее. А сам пойдет супер бич себе. Заткни свое хавало, блядь, сам ты бич, так понял? Так как выйти отсюда? Блядь. Короче, эскейп и покинуть дадзё. А по-другому никак, да? Ну, типа, покинуть, короче, там, или выйти, я не знаю, там, самому кажется. По-другому никак, да? Да, а, вот, вернуться в дадзё есть, да. Ну, я через альтер. Там эскейп и вернуться можно. Ему не объяснишь, что она аутист. Дэн, как дела, Дэн? Ну, нормально, Андрей, нормально. Это, короче, Максу рассказал, как нас из клана выперли за то, что мы хрому обосрали. А, там Олежка сидит в комнате, слышишь, в предыдущей. Пофигу, в которой? У этого, у Влада или у кого, или где мы вчера сидели, пацанов. Ну, я понял, короче. Там Олежка сидит. Ну, он там в АФК, короче, поэтому я хз. А, ну вот, у меня тоже, видишь, вернуться в додзе, и он меня, получается, как будто летит, но не выходит. У тебя такая же, да? Я просто Alt F4 нажал, не знаю. Так, у меня чат Альянса забагался.